Как создать объем Volume 24? Используйте прибор на высушенных и ничем не обработанных волосах. Чтобы прическа выглядела более натуральной, не используйте прибор для укладки первых прядей, расположенных вдоль пробора. Эти пряди необходимо отделить. Возьмите прядь. Откройте прибор и держите его перед собой. Захватите прядь сбоку и зажмите волосы термоизолированным корпусом у корней вдоль пробора. Удерживайте в течение 3 секунд. Поверните прибор, приподняв корни волос, и проведите им по пряди в противоположную сторону. Повторите укладку оставшихся прядей, начиная со второго шага. Когда сторона полностью готова, верните пряди в естественное положение. Пряди, убранные на первом шаге, скроют возможные неровности последующей укладки. Затем повторите шаги для второй стороны.